Ну да избавимся тобой от бед. Ты бы если спасение рода христианского. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Боже вечный и царю всякого создания, сподобивай меня даже в час и доспети. Прости мне грехи, сотвори все день делом, словом и помышлением. И очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа. И дашь мне, Господи, в ночи и в пути пройти в мире. Да приехав домой, благогожду Пресвятому имени Твоему. Во все дни жизни моей. И отгони от меня всякие грехи плотские и духовные, Господи Боже мой, и благослови. И да будет прославлено во мне имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, Пресна Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими святыми. Ангел Христов, Хранитель мой святой, Покровитель души и тела моего, моли Бога мне грешным. Добрый мой ангел, благодарю тебя, сколько лет ты сохранил, защищал меня от видимых и невидимых опасностей и повреждений, и в этом пути сохрани, ангел мой. И когда я приду на смертный час, не поки меня и проведи душу мою по мытарствам страшным и непонятным, и веди ее в Царствие Небесное навеки. Аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Господи, мы благодарим Тебя за это пребывание дивное здесь, в этом месте. За нелицеприятную любовь братьев. И за доверие братьев и сестер, которые Ты положил нам на сердце. Господи, Боже мой, благослови, сделай, чтобы эта поездка была нам на пользу. Чтобы она принесла плоды, и мы научились полезному друг у друга. Господи, дивный и милосердный, не дай нам враждовать между собой, но дай нам пребывать в единых мыслях и в одном духе, по слову Твоему. Тебе, Боже, хвала, Тебе, Боже, слава, Тебе, Боже, честь и поклонение, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Ну все, прощайтесь. Все. Давайте друг с другом. Ангела Богом. Спаси Христос. Слава Христу. Все. Все, брат с Богом. Давай. А мы же там, я же там, на станции. Ты же остаешься все равно. Ну да. Не надо. Не надо, не надо. Кто еще вас уважает? Мама не пойдет, покуда не скажем мы. Ну, не хотел, но он может вполне прийти. Ну что, до свидания, говорит. Нормально себе веди, а то сейчас оставлю тебя. Слава Богу за все, брат. Сейчас он еще с Вадимом попросил. Ну все, Вадим, давай. Бог еще приехал. Ну что, Андрей, давай прощаться. Давай. Храни себя. Учись до конца плавать. Глаза свои. Давай, Вадим. Молодец, что так, ты. Так, просяли, не, обидишь, не обидишься, не обижаешься? Нет? А на кого бежишь? На а что на него бежать? Не обижайся. Он по любви. Он по любви, да. Не обижайся. Он
так и делали. Ведь легче гораздо ничего не говорить. Иоанн Златоуст говорит, что Бог есть любовь. И люди ссылаются, а как же Содом и Гоморра были сожжены. Там Ной потоп был, не смерть потопил. И говорит, что это все было побеждено, чтобы чистить мир. Я не помню еще, кто святых там говорил тоже, что если ну, именно обида, то это наша слабость проявляется. То есть ты, вот это надо в себе гасить. То есть ты должен быть крепким, наоборот, устойчивым. Ну это Господь только может помочь. Да, ну с Божьей помощью. Да, сейчас все уже, все заканчиваем. Все с Богом, слава Христу.